Привет, народ. В прошлой части мы с другом встретились, нашли хороший лут и погибли. Какой-то засранец бессердечно застрелил нас обоих рядом с Камышова. Вплотную подошел ко мне и убил. Вот сволочь. Я в Комарова, Алексей. Комарова где-то. Да, я напишу вас сейчас. Боже мой, сволочь. Ох, как ты далеко, ёжик. Я отвечаю, ты очень далеко. Так, я тогда пойду попытаюсь этот обратно прийти туда же и еще раз свои трупы найти. Наши трупы, свои трупы. Он наверняка уже их обшатал, ты не думал? Ты думаешь, он все заберет, что ли? Он все равно все не сможет забрать. А, кстати, да. Бля, это я написал, не видно. Ты видишь то, что я в чат написал? Лёх. А нет. Значит, это не видно. Я хуй знает, кто сейчас вот реально убил людей у Камышова, когда вот выходили из амбара. Вот я не знаю, кто это был, но ты педрила, зная об этом. Да, кстати. Это был я. О! Ну ты педрила, теперь ты знаешь об этом. Ты понимаешь, это симулятор выживания. Мы полили слишком жестко. Причем здесь полили слишком жестко, мы играем, блядь, второй день. Пускай это похер для тебя, да? Такой день мы играем. О, начался срач, боже мой, начался. Спокойно, не ломайте голову. И чё, где вы? Я вас еще раз хочу убить. Он хочет еще раз вас убить. Жестокий Потап, человек! Который там на меня орал. Где? Дел мне нехуй гибрить туда, блядь. Я буду да, возле ваших трупов. Пойду умру. Да мы в любом случае далеко уже. Какой-то злой вообще мужик! Жестокий! Хуже губернатора, я даже не знаю, как его назвать. Ну зачем серьезно так поступать, народ? О, хипсет зеленый. Не пришли и не забрали все, что у вас было. Но там все равно херня одна была. Чисто еда, да и вода. Ладно. А да, кстати, снайперка, которая вот чисто у меня была, мы вот ее, кстати, в амбаре нашли. Да, это была печальная история, но теперь я в Комарова, Лех, и я не знаю, куда идти. Знакомый. Если смотреть на море, то должен идти направо. Хорошо. Ой, то есть, если стоять спиной к морю, то идти направо. Направо? Уверенно, не налево? Обычно, вроде налево, нет? Болото. Ты в болото, Валя? Да. Так, стой-ка, смотри-ка. Блин, я не знаю, как тебе сказать. Ты, короче, ты с нами как-то должен встретиться, потому что смотри, Валя. Так, ты в болоте, да? Я, короче, умираю. Зачем ты умираешь опять? Хватит умирать, народ, вы чё? Меня кушают сами. Болото, а это где болото-то? Если ты был в долине... Да уж. И где это болото? Реально, а где это болото? Тут просто какой-то домик, на нем написано болото, а этот домик рядом с железной дорогой. Вот видишь, Лёх, мы запалились, и он нас убил. Наказал нас. Валян, тебя убили. Давай узнавай, где ты сейчас. Валян, ну ты, я ж говорю. А если бы мы к этому времени уже дошли до него? Так он умер уже второй раз, ты чё? Ты чё, Лёх? Все из-за потери крови. Опять из-за потери крови? Так, давайте реально сейфово сейчас играем. Ну да, это сложно. Утром это сложно, ночью это сложно делать. Так, чё, Валян, внизу там в правом нижнем углу прочитай. Я не загрызусь. Да понятно. И главное успей прочитать, Валян. Так, подожди, Лёха, я пошёл от моря налево. Я, наверное, правильно всё-таки пошёл. Комарова налево надо идти. От Комарова. Я прав, да, Лёх? Если стоять спиной к морю, то направо тебе нужно идти. Если смотреть на море, то налево. Не, я пошёл направо, наоборот. То есть ты смотришь на море и идёшь направо? Да. Ты, наоборот, от нас отдаляешься.
Точно? Вот это ты вот точная информация у тебя? Это точнейшая просто. Так. Ладно, тогда я меняю направление. Мысь-голова. Мысь-голова. Ни разу не слышал такой мысли. Вот там. Тихо, стой, Валян. Сейчас чекну. Лёха, блин, читер. Смотрит там карту где-то. Нарушает все законы. Мысь-голова, что за мысь-голова? Слушай, Алёха, а слабо найти нас без карты? Мысь-голова. Ой, тут все красное. Опять фаеры. Фаеры везде кидают, я заметил уже. Сколько тут народу-то? На сервере 40 человек слишком. Сейчас. Да. О, Валян! Валян, ты, короче, знаешь, где? Ты в Электрозаводске, но... Блин, я даже хз, где мы будем встречаться-то? Да. Там дамба есть, тополька. Вот там есть дамба, тополька. Блин, Валян, давайте просто дам карту и туда пойдем. Давай. Там, смотри, у тебя в самом низу, где между Электрозаводском и Черногорском, ты там находишься. Я пока в это время, короче, я бегу справа, получается, пробегу Электрозаводск и побегу к тебе. Народ, я знакомое место нашел. Я вас сейчас должен найти буду. Я помню, короче, встретимся у дамбы и ждем тебя и... И находим этого хрена и убиваем. Где ты говоришь, я? Ты мыс... Какой ты там сказал? А вот мыс голова нашел его. Вот, тебе, короче, там немного сверху есть дамба, видишь, да? Дамба. Еще побери. Не знаю. Народ, я в этом месте был уже. Вы где сейчас? Я сейчас, Вален, вообще бегу. Я ближе к Черногорску, если что. Даже. Ну да-да-да, вот ты, короче, беги к Электрозаводску, но только как бы не в него заходи, да? Ну ты понимаешь? Ну, так, да. А вот там повыше... Такое даже есть. Есть дамба, Вален, там прям такая синенький участочек есть. Нашел. А слушай, а нам не легче с Валентином быстрее связаться? Дамба, это синий участок рядом с горой или прям сама дамба? Где-то с горой там вроде бы. Ну прям сама дамба, лучше туда прям дамба будет. Ладно. Сколько спрашивает, ночь еще будет идти. Так. Значит, это тут нет. Воу-воу, тише, не стреляй! Стреляй! Не стреляй! Боже мой, кто опять стреляет? Темно, что не видно. Черт побери, я ушел из Комарова, короче. Беги, беги, тебе в Черногорск надо. Я в этом, я сейчас знаете где? Там, где мы первый раз начинали играть. Там, там где вот первый раз самый начинали. Вчера, ночью, прошлой ночью. Вот я там же сейчас. Я это место помню. Но мы тогда не смогли друг друга найти, ведь, правильно? Да, да, да. Почему? Мы не знали, что где. Так, все, Варян, я бегу, короче, ты бежишь туда в дамбу, да? Да, я бегу. Я сейчас, получается, прошел Камышова. Вот я сейчас прошел Камышова. Я не стал заходить, где место, потому что чувак сказал то, что он там ждет нас, короче. Я пошел дальше. Да он гонит, нахер ему, что дурак, что там сидеть ждать, хотя он может и ждет. Значит, читеры есть, которые делают себе топовое снайперское вот это вот. Амуницию топовую там. Тут же есть еще камуфляжи. Если с этим камуфляжем есть траву, там хрен вообще даже близко. Вот, ну не, он, у него не было камуфляжа, Лех. Он ко мне подошел. Да не, я тебе просто рассказываю про читеров. Они берут самую топовую снайперку, вот эту вот ПНВ, и ложатся, где самые большие города, да, они забираются на гору и ложатся там. И просто убивают всех, кто там бегает. Все. Зачем? Вот именно. Странное дело. А круто. Типа круто. Понятно. Так темно, что я вообще ничего не вижу и даже не знаю, правильно ли я бегу. Я бегу по морю, как обычно. Всегда так, здесь... Сейчас смотрите, смотрите, народ. Да. Сейчас мы соберемся втроем, пойдем вглубь, найдем место, которое будет чисто нашим. Наше. Туда мы, по сути, будем, как сказать, притаскивать весь лут, который найдем. Да. То есть это будет нашей базой. Нам надо будет найти палатку, надо будет найти вот это все такое, надо будет найти машину, потому что в машине тоже можно прятать вещи. Валян, и там все складывать. Надо найти машину, которая ездить еще будет. Найдем, не сыпуй. Ну, сомневаюсь, конечно, но ладно. Это какие-то провода. Так, я устал бегать.
Блин, ты говоришь, в дамбу уйдешь, да? Ну ты там быстро должен пробежать, в принципе. Если я увижу электрозаводку, что это значит? Значит, ты не должен в него заходить. Понял? Ага. Но сначала ты увидишь Черногорск. Вот я, возможно, уже в нем. Не знаю, я не видел указателя, я пошел по морю прям. Так безопасней. И тут ничего нет. Тут зомби одни. Одни зомби. Вот я сейчас бегу вдоль моря, у меня вообще FPS, наверное, 60. Ну, не вдоль моря, да, FPS удобно. И тормозов, все шикарно. У меня то же самое, сейчас 30 FPS около моря, шикарно. Ну, у меня из-за записи, скорее всего, так лагает немножко. Не лагает тормозит. Но у меня нет лагов, да и ладно. Сколько у тебя FPS? Не знаю. Ну, меньше 20, это точно. Я вышел на пристань очень большую. Что это значит? Это город Черногорск, интересно, или что? Я подхожу к нашему маяку. Да? Ты там? Лёх. Подбегаю. Хорошо. Так, я поплаваю, пожалуй, немножко. Я пишу, пока мой любимый файер падает. Кирилл, ты не... Хватит-ка сейчас, не играй-ка вот эту вот, не отыгрывай роль. Какую? Реалистичную. Пока что просто беги, чтобы встретить. Тупо беги. Я так и делаю. Я зомби, игнорируй их просто. Тупо беги, они тебя все равно не догонят. Ну, это правильная тактика. Я согласен, я так и делаю. Я сейчас вообще не остановлюсь, я бегу на пролом. По морю, правда, я, чтобы безопаснее было. Я даже не знаю, я походу вообще не туда пошел. Я не знаю, где я уже. О, привет. Да. Так, я зачем-то поплыл, конечно, это было странное решение, но тут нет зомби хотя бы, это правильно. Ладно, я бегу по какой-то дороге, я не знаю. Тут вообще все друг друга гадят. По карте сориентируйся там по всяким вот этим, по поворотам, вот это вот ориентируйся. Так, спокойно. Там что-то есть, я узнаю, что это. Я, короче, какой-то город прошел довольно-таки крупный. Не знаю, может, это Черногорск был? Ладно, я бегу дальше. Прям крупный? Я сомневаюсь. Если там была церковь и несколько прям высотных зданий, то это Черногорск. Там даже было вроде 9-этажное здание. Высоких зданий нет, тут точно не было, я бы их увидел. Значит, не Черногорск, скорее всего, что-то другое. Так, какой-то треугольный знак. ПНВ, да, было бы круто иметь ПНВ. У тебя снайперка без ПНВ была? Без. Yes. Ты еще выстрелы? Вот это где он? Знак крутого поворота. Так, я пошел по берегу, и тут вообще ничего нету. Я не знаю, сколько мне бежать надо. Нахер я побежал. Да, конфликты тут вступать опасно. Я нашел какие-то дома. Большие, высокие? Нет. Ой. Извиняюсь. Это деревушка. Вроде там должно быть написано, что это. Так, чувствую, что это опять эта штука, которая была. Валентина, давай, я идентифицирую объект. А кто тебя просто я дошел до пусты. Пуста. Ох, собака это, он в меня стреляет, оказывается. Кто? Я кровью истекаю. Сука, Лёха, не умирай сейчас. Не надо так часто умирать. Что ты умираешь каждые 5 минут? Какой? Да я вообще мимо пробегал. Он взял, начал меня палить. А, вот, Тварь. Я дошел до пусты. Дамба еще правее просто. Ох. Так, где я могу выпрыгнуть в этой пусте? Ты что это за поселение вылетел? Пуста. Пуста так и называется? Да. Алёха, у тебя как дела? Я, короче, убегаю. Хорош. Я куда бинку стрелял? Ну, мне половину кровинушки забрал. Что будешь делать? Блин, он продолжает стрелять. Да что ж такое, ты убегай, не останавливайся. Мой путь далек, но я должен справиться.
продолжение в следующей части.